Нам сообщили о том, что российская актриса, любимица всей страны Клара Новикова, на данный момент находится при смерти в одной из частных клиник города Санкт-Петербург. Что с ней случилось и как она туда попала, пока никто ничего не сообщает. Ни один интернет-ресурс об этом пока не сообщил, мы одни из первых, кто вам об этом рассказывает. Мы пытались разобраться в этой системе, но никто из родственников и друзей пока ничего не подтверждает. Хочется верить, дорогие друзья, в то, что эта новость является простым фейком, а не реальностью. Будем надеяться, что с Кларой Новиковой все будет хорошо. Уже завтра утром на нашем канале появится продолжение того выпуска, где будет вся правда об этой трагедии. Подписывайтесь на наш канал, следите за нашими новостями, чтобы не пропустить свежие выпуски, которые выходят на нашем YouTube-канале. До скорых встреч, друзья. Будьте всегда с нами.